Журналисты, которые гибнут. Как можно сказать герою, не иди в атаку? Как можно сказать человеку, не защищай там своих близких, не защищай свою родину? Мне кажется, это невозможно заставить человека, у которого дух так построен, он так живет, понимаете, если он не пойдет снимать, он знает, что он погибнет, может погибнуть, да? Но если он это не сделал, то он жить нормально не сможет. Поэтому я считаю этих людей героями, и я считаю, что они сами выбрали кармически свою судьбу. И, ну, есть герои, есть обычные люди. То есть это каста людей определенная, которые уже с рождения, наверное, знают свое предназначение. Поэтому низкий поклон, и чтобы Бог их хранил. Это настоящий героизм, правда.